Подразделения южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском направлении. Артиллерия нанесла огневое поражение по живой силе и бронетехнике атакующих подразделений 54-й отдельной механизированной бригады противника. Расчетами боевых машин ОСА-АКМ уничтожены два беспилотных летательных аппарата «Лилека-100». Авиация группировки нанесла удары управляемыми боеприпасами УПАП-250 и 500 по объектам ВСУ на Солидар-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 120-миллиметровые минометы с расчетами на огневых позициях в районе Верхнекаменского и Красногоровки. Также артиллерии группировки нанесены огневые налеты по пункту временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, командному пункту самоходного дивизиона 28-й механизированной бригады, командно-наблюдательным пунктом батальонов 107-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Белая гора, Богдановка и Предтечина.